Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним. Упражнение номер 125 на странице 47 рабочей тетради по математике для 3 класса автора Маро. В браслете 17 красных и синих бусинок. Сколько синих бусинок в браслете, если красных будет на одну больше, чем синих? Нам нужно подобрать два таких числа, которые в сумме дадут число 17. Причем одно из них должно быть на один больше, чем другое. Если мы красных возьмем бусинок 9, то синих будет 7, потому что 9 плюс 8. 9 плюс 8 получится 17. 9 и 8. Ну, у нас требуется сказать, сколько синих бусинок, поэтому мы напишем ответ просто 8. Восемь бусинок. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.